Всего 4 команды теперь претендуют на кубок, и сегодня первый матч полуфинала мы будем смотреть. Мы ждем свистка к началу увлекательного сражения. Манчестер Сити против мадридского Атлетико. Всего лишь 4 команды остались в Лиге чемпионов, которые в своих парах поспорят за выход в финал. Сегодня первый полуфинальный матч, и будем надеяться, команды покажут все, на что способны. Сегодня Манчестер Сити встречается с мадридским Атлетико. Можно долго спорить о том, какая из команд больше заслуживает оказаться в финале. А можно просто наслаждаться прекрасной игрой в исполнении сильнейших европейских клубов. Ведь впереди еще и ответный матч. Смотрим состав Манчестер Сити. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. И вот состав Атлетико Мадрид. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. Ну, решай же! Угловой будет. С углового подает Де Брюйне. Габриэль Жезус. Еще чуть-чуть, гол мог быть. И за боковой мяч ведут в игру футболисты Манчестер Сити. Рахим Стерлинг. Стерлинг с мячом на фланге, есть куда бежать. Этот пас ждет Де Брюйне. Выбит мяч из штрафной. Кокер. Соперник среагировал ранее, чем мяч добрался до своего адреса. Диего Коста. И разрезающий пас на ход. Нет, не получает эта атака развития, и придется начинать все сначала. Бьет Диего Коста. Эдерсон в игре, но удар не очень опасный. Жезус. Катает мяч перед чужим. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Открыть счет в этом матче. Сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Я не понимаю, чем в этот момент были заняты игроки обороны. Ну, видимо, не уследили, а к голкиперу особых претензий нет. Отбить с такого расстояния удар он никак не мог. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Ну вот и все, отворот показывает арбитр. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Бернардо Сильва. Жезус. Дибала. Дибала. Все как надо, вратарь делает. Уверен, он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипер из игры было бы опасно. Навешивает с углового Де Брюйне. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Грилиш. И пробил. Атлетико в атаке. Там Диего Коста готов принять мяч. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Похоже, эта атака закончена, мяч они потеряли. Он накручивает соперников одного за другим. Удача, где-то там есть Де Брюйне. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. Из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Ну, тут надо голевую передачу отметить.
Навес получился просто на заглядение. Оставалось его только замкнуть. Еще раз посмотрим. Хороший удар. Получилось удачно навесить, и партнер не подвел. Отправил мяч в сетку ворот. Витоло. Лемар. Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Бернардо. Кевин Де Брюйне. В его сторону идет пас. И выносится мяч из штрафной. Дибал. Грилиш. Диего Коста. Жезус. Вперед идет атака. Интересно может быть. Жезус. Гол! 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 Вот так направил мяч. Точнёхонько в девятку. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. И продолжают забивать и забивать. Дается им. Буатен. Кимпембе. Диего Коста. Диего Коста сегодня вдоволь помучает оборону соперника. Любая передача или прострел в его зону сулят сопернику проблемы. Одного касания, одного тычка, одного какого-то корявого действия Кости хватает, чтобы отличиться. Потерял он мяч, но кому он достанется? Лучшего начала полуфинального противостояния. Второй тайм начался, и по итогам первого преимущество громадное, но в футболе всякое. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Наносит удар игрок. Хороший удар, но рядом со штангой. Джон Стоунс. Грилиш. Бернардо Сильва. Хороший первый тайм он провел. Хорошо он играет, уже и гол успел забить. Ведет его команда после первого тайма, а значит, полдела сделано. Нет, не дошел этот пас до адреса. Рахим Стерлинг. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Не получился у него этот удар. Удар-то был непростой. Трудно было мяч с лета в касание поймать. И вот такая срезка вместо удара. Кевин Де Брюйн. Есть хороший адрес для передачи. Кевин Де Брюйн. Габриэль Жезус, опасно! Рикошет от защитника и мяч в ворот. Первый гол добавил ему уверенности, и он забивает второй, оформляя таким образом дубль. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Коке. Диего Коста. Грамотный пас, все по делу. Защита первая на мяче, вынос. Потери, все в оборону. Как же здорово он играет в пас. Атлетико атакует через фланг. Момент для удара. Здорово сыграл голкипер.
голкипер ни шанса не оставил сопернику. Сейчас замена будет в команде хозяев. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. У Де Брюйне на фланге есть свободная зона, и можно двигаться туда. Де Брюйне, подача. Гол! Мяч в сетке! Есть хет-трик! Прекрасная игра! Итак, это его третий мяч в сегодняшней игре. Ну что, по-моему, однозначно лучший игрок матча. Да, действительно, я думаю, что он заслужил такой титул по итогам сегодняшней встречи. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Кимпембе. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Коста. Есть удар! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Один из лучших по игре в пасов сегодня. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Тут просто подарили мяч сопернику. Ну что, можно подводить итоги встречи. По сути, на поле сегодня была одна команда. Счет на табло тому подтверждение. Де Брюйне, забивать нужно! Отлично он играет сейчас. Здесь защита справляется. Около 8 минут до конца основного времени. Буатен. Мэтт Таргет. Перехват в центральной зоне. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Грилиш. Сантимина. Опасно! Де Брюйне. Сантимина. Так, неплохо. А вот это может быть опасно. Ласт отбор. Молодец. Витоло. Диего Коста.